Всем привет! Сегодня вам покажем контрольную сборку огромной складной камеры. И самое интересное в том, что она будет отправляться в Объединенные Арабские Эмираты. Напишите в комментариях, как вы думаете, что будет краситься в этой камере? И подсказка, нет, это не Lamborghini. Пойдем смотреть. Во время сборки важно собрать все металлические конструкции воедино, проверить сопряжение укрытия с этой конструкцией, установить ворота, ну и проверить работоспособность всего комплекса вместе с оборудованием. Камера на самом деле очень большая, ее размеры 22 на 10 на 7 метров. А в качестве укрытия здесь используется ткань Oxford 1200 белого цвета с ПВХ-пропиткой. Разъемный каркас и вытяжной вентблок позволяют переместить эту огромную камеру на другой участок окраски без дополнительных сборочных операций. Целью контрольной сборки была проверка всех деталей на соответствие технической документации. Таким образом, мы убедились в полной работоспособности изделия, примерили укрытие и даже нашли его более удобный и легкий способ крепления. Поэтому укрытие сейчас находится на небольшой модернизации. Кроме того, контрольная сборка закрыла еще один вопрос. Ввиду удаленности от нас заказчика, клиент выразил желание, но не смог поприсутствовать на этом этапе. Поэтому ему были отправлены фото-видеоматериалы, даны ответы на некоторые вопросы. Все для того, чтобы он убедился в реализации нами всех договоренностей, о которых мы обсуждали при заключении договора. Сейчас остается только демонтаж конструкций, их упаковка и в дальнейшем отправка сначала автотранспортом до морского порта, а дальше переупаковка в морской контейнер и отправка морским транспортом в теплую арабскую страну. На этом все. Обязательно подписывайтесь на наш канал. Для нас это очень важно. Ну и поставьте колокольчик, чтобы не пропускать новые выпуски.